Вы чистите зубы каждое утро? А вы используете дорогостоящий ополаскиватель для рта? А может быть, у вас диета, связанная с ограничением сахара? Или у вас проблемы с сердцем или с желудком? Газированная вода. Леонид Анатольевич Бокерия, российский кардиохирург. В своем интервью он сообщил о пользе газированной воды. По его заявлению, она эффективно очищает пищевод от вредных бактерий. Действительно, были проведены научные эксперименты, которые показали невероятную эффективность газированной воды. Исследователи отделения радиологии Датского университета подтвердили, что газированная вода может использоваться в качестве первой помощи при непроходимости пищевода из-за инородных тел, а также при заболеваниях пищевода. А применение газированной воды в качестве ополаскивателя для рта в 8 раз эффективнее, чем профессиональные средства, и при этом гораздо дешевле. Но будьте внимательны, если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой, обычная газированная вода учащает сердцебиение, и необходимо использовать минеральную воду, богатую натрием, бикарбонатом и хлоридом. Потребление такой воды оказывает профилактическое влияние на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень холестерина. Ежедневное употребление 1 литра такой минеральной воды снижает уровень глюкозы почти на 10%. И это значит, что вам доступна еще одна вот такая конфетка. Особенно, если вы на специальной диете. К такому выводу пришли исследователи из Департамента обмена веществ и питания Испании в 2004 году. И помните, что сладкая газированная вода разрушительно влияет на эмаль не только собственных зубов, но и имплантированных голливудских улыбок. А как сохранить собственные зубы и общее здоровье своего организма, мы расскажем в ролике «Три секрета здорового тела». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите свои критические замечания в комментариях. И да, в этом ролике я не стану подтягиваться на турнике, потому что если вы не спортсмен, то это абсолютно бессмысленно. Благодарю за просмотр.